ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. А сейчас к новостям президентской избирательной кампании. В округе продолжаются поквартирные обходы. Члены избиркомов в личной беседе с крымчанами напоминают дату выборов, адрес и график работы избирательного участка. Узнать делегатов можно по униформе, брендовой жилетке, значку и сумке. Конечно, это право граждан с ними общаться, пускать их домой или вообще не общаться. То есть обязанностей здесь, конечно, нет. Вот, но ничего плохого, соответственно, они не делают. Они исключительно собирают информацию о том, кто собирается идти на выборы и, может быть, кому-то нужно помочь проголосовать на дому. Они же могут подсказать, где и как проголосовать, если в день выборов вы будете в отъезде или командировке. Для этого нужен паспорт и ваше заявление. Паспорт и, соответственно, ну, объяснить, да, уважительную причину, что вот в настоящий момент, вернее, в день голосования человек будет находиться не в Клинском районе, по работе, учебе. А в день голосования это обычная процедура. Человек уже на избирательном участке, там, где он будет находиться, уже о нем будут знать, его будут ждать, потому что мы, соответственно, тогда, когда он у нас открепится и сообщит нам об этом, мы по электронной почте передаем в эту участковую комиссию информацию о том, что вот этот человек будет у них голосовать. Они его включают в свой список. А мы его исключаем. Написать заявление можно через сайт госуслуг, в МФЦ, ТИК, а с 25 февраля такие заявления принимают участковые избирательные комиссии. Их время работы по будням с 16 до 20 часов, по выходным и праздникам с 10 до 14. Подать заявление можно до 12 марта.